Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение. Так, глава государства поручил правительству обеспечить внесение законодательных изменений, предусматривающих ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Напомню, в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом боярышник с 17 по 21 декабря погибло более 60 и пострадало более 100 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.